Несет нас время, предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороги, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь претворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными во веренном служении, большом и малом. Пусть оно порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом и будем благовестию верны. Пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам и слов негодных камней вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам, или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь. Слава Богу.